I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. To be me, then you'd see and agree that every man should be free. I want to shout out to the world so they know.
Что, ребята, в послесловии нашего маленького фильма об одном дне жизни холостяка для начала хотелось бы сказать спасибо Антону Птушкину за его шикарный видос про путешествие по окрестностям той страны, где он живет. Посмотрите его обязательно, мы ссылочку в описании прикрепим. Кофейни Кофема, которые разрешили нам поснимать у себя, как мы покупаем кофе. На самом деле, только там покупаю самый вкусный кофе в городе Владивостоке. Рекомендую. Ну и вообще, сегодня у нас такая история. История про нашего нового подопечного дедушку. Это Hilux Toyota в кузове Land 40. 88 год. Ну, по разным источникам, выпуск 76 по 83. Дизелечек 2L. Шикарный автомобиль, который мы купили под интересный проект. Он останется пикапом. Он будет работать как наша техничка, как тягач, чтобы иметь возможность возить наши гоночные машины на прицепе, на телеге. И в то же самое время он будет веселым. Когда не будет загружен всякими рабочими моментами, это будет такой полудрифткар. Мы поставим в него мотор 2GZ GTE, который вы уже видели, как мы его забирали с Чебана. Кстати, да, мы же планировали, что это будет Datsun, но получился Hilux. Потому что Hilux я хотел больше, чем Datsun, но мне больше нравится. Здесь будет подвеска вся независимая, то есть мы полностью уйдем от стоковой подвески. Сейчас у нас спереди двухрычажка с торсионами и с амортизатором. Это все уберется, у нас появится там подрамник от CRR, потому что у нее вся подвеска крепится на подрамнике. Чашку под стойку мы как-то изобразим, и плюс там сразу же есть посадка под наш мотор. Задняя подвеска у нас будет от Aristi, тоже полностью вся с подрамником, мы ее внедрим на раму. Отдельное, кстати, внимание хотелось бы уделить раме, которая здесь в абсолютнейшем живом состоянии. То есть на свежих тачках они не сохраняются так, как сохранилось здесь. Ни намека, ни на какой сквозняк, на ржавчину и т.д. и т.п. Ну, мы еще, естественно, приведем это все в порядок и чутка усилим там, где нужен. Вот. Задняя подвеска у нас Aristi, я сказал, независимая, с редуктором, наверное, блокировка у нас будет либо 1.5, либо 2W, ну, чтобы можно было бочком ходить. И все это будет делано на автомате. Кабину мы удлиним где-то по вот такой вот уровень, то есть миллиметров 150 мы к ней добавим. Для чего? Чтобы можно было сидеть там никак с абсолютно прямой спиной, а чтобы можно было поставить ковшик и было все круто. Возможно, оси у нас тоже разъедутся. Передняя, возможно, уедет вперед, а задняя, скорее всего, уедет назад. Потому что рама такая, что подрамник придется сдвигать, чтобы он сел правильно по посадочным местам. А спереди мы ограничены моторным щитом, который очень не хочется переделывать, пилить. Хочется оставить в родном исполнении. Но GZ, как бы, это не 2L, который здесь, там два горшка больше и существенно шире мотор. Поэтому немножечко это все сдвинется вперед. Может быть, немножечко увеличится морда, но мы еще посмотрим. У нас будет здесь широкий обвес, 18-е колеса, все, короче, по школе. Но видео не только про этот автомобиль, а про, наверное, самое любимое место на земле. И к моему великому счастью, мне здесь выдалось жить. Мы никогда не показывали вам красоты Владивостока, не вот улицы, там какие-то дома или еще что-то, а вот красоты именно то, за что едут сюда со всей страны. Это русский остров, мосты,
возможность понырять, поесть свежайших морепродуктов, причем которые ты сам достал. Поэтому, ребята, приглашаю всех вас к нам в гости. Приезжайте в любое время года. Здесь всегда интересно и есть чем заняться. Целую.